В воскресенье вечером мы возвращались домой. Во дворе мы увидели котенка, который кричал, сидел под машиной. Он стал сразу же к нам подбегать, ласкаться, и поэтому, ну, пожалели его и решили взять, тем более на улице такой дождь, холод, поэтому, ну, дома им будет лучше. Но хотелось бы найти либо старых хозяев, либо новых, и сейчас нужна передержка, так как долго мы держать не можем. Котенок очень ласковый, постоянно залазит на плечо, головой трется, чтобы его погладили, но не навязчивый. Ночью спит спокойно, не пристает, не кричит. Только когда хозяин сидит, может подойти потереться. Когда хочет кушать, в лоток сразу же пошел. Вероятно, он был домашним, возможно, его потеряли, потому что он очень чистый. Мы ему помыли только лапы после улицы буквально. Котенок играет предметами, которые находит, сам себя занимает, не кусается. У котенка очень интересный окрас и очень красивые глубокие голубые глаза.